Больница интенсивного лечения города Мариуполя прислала нам, Русскому драматическому театру города Мариуполя, несколько сказок, которые они отобрали в конкурсном порядке. Теперь мы озвучиваем эти сказки, наши артисты читают их, для того, чтобы детки, когда придут на прием к доктору, чтобы они слушали эти сказки и чтобы настроение их повышалось. Сочельник, родители поставили елку, и маленькая маняша с сестрой Аринкой дружно ее наряжали. Родители развесили гирлянды, установили верхушку и сложили подарки под елку. «Ты помогаешь маме?» – спросила меня бабуля Нина. «Да. Я вечером посуду мою». «Ну, это не помощь», – покачала головой бабуля. Маленький мальчик сидел у приоткрытого окна и вздыхал. Мальчик услышал тихий звон и голосок снежинки.